Сложно представить, но старт этому проекту был дан всего 4 месяца назад. Оставшийся без тепла и горячей воды трехэтажный дом удалось подключить к отоплению до наступления холодов. Подобная котельная внешнего исполнения для Московской области пока еще в новинку. Молодцы. Я вот тебе хочу сказать, что вот такого вот я жду качества. Монтаж и запуск котельной во Введенском стал результатом хорошего взаимодействия газовиков и местной власти. Довольна глава поселения Марина Мотылева, доволен генеральный директор Мособлгаза Дмитрий Голубков. Но без сомнения самый приятный момент в открытии этой котельной – искренняя благодарность простых жителей дома. Ваши ребята очень добросовестно поработали. Это им даже похвальные грамоты можете вручить. Вот. Большое спасибо, что вы откликнулись на нашу проблему. Газовики всегда рядом. Рядом. Хорошо, пользуйтесь. Выручили в трудную минуту. Теперь к зиме готовы. Готовы. Спасибо большое. Каждый объект газового хозяйства по-своему уникален. Каждый требует к себе особого подхода и проработки. Наша страна самая северная в мире, и легкомыслие в вопросах теплоснабжения недопустимо. Зима такого не прощает. Тот самый случай, когда приятно видеть результаты работы, когда работа выполнена хорошо, и гордимся за тех, кто ее делал, за газовиков, за подрядчиков, за тех, кто все здесь принимал участие. Это такой, скажем так, одна из новых котелен по новой технологии сделана. В Одинцовском районе она пока первая и единственная. И сейчас мы посмотрим, как мы пройдем отопительный период, как все будет работать, как будет работать автоматика на внешней среде, при агрессивной среде, при морозах, при холодах, чтобы не было никаких сбоев. И, соответственно, в случае успеха будем продолжать развивать данные котельные. Фото с газовиками на память, и Юлия Владимировна, старшая по дому, подходит к нам поделиться своими впечатлениями. В течение 3 недель была смонтирована эта котельная. 2 месяца готовились документы. Мы очень благодарны Дмитрию Аркадьевичу. Большое ему спасибо. Хотим выразить большую благодарность монтажникам, которые смонтировали эту котельную. Ребята работали с утра до ночи. Большое спасибо. Большое спасибо наладчикам, которые наладили эту аппаратуру. Отличительная черта котельной в том, что практически все в ней, кроме разве что горелок, сделано в России. Программа импортозамещения в Мособлгазе работает в полном объеме. Спаренные 100-киловаттные котлы являются в данном случае идеальным техническим решением. Для небольших домов, как этот, или небольших комплексов домов, это идеальное решение, поскольку оно компактное, не требует строительства отдельно стоящего здания и, соответственно, возможно размещение на небольшой площади. Вот. Они полностью автономны, обеспечиваются только газом и электричеством. Вот. Не требуется ни обслуживающий персонал, не требуется ни отдельные какие-то комнаты для слесарного персонала, для киповского. Полностью готовое решение для размещения на любых территориях. Еще один плюс подобной котельной в том, что ее можно разместить рядом с объектом. Нет необходимости прокладывать длинную теплотрассу. А это значит, потери тепла сводятся к минимуму. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».